писать. Права это не нарушает, наоборот, лучше, конечно, не курить. Ну, скажем, в заведениях, да? Потому что многих он мешает. Я, как человек курящий, прекрасно ощущал, когда бросал курить, ощущал, что это очень сильно мешает, когда рядом кто-то курит. Вот. А я представляю, как для некурящих, как это мешает. Это нервирует там и тому подобное. Ну, я так думаю, что законы все равно надо уважать.